Добрый день, уважаемые коллеги. Наша конференция, к сожалению, подходит к концу, но впереди еще осталась большая и интересная секция, которая, я надеюсь, вам всем понравится. Она будет посвящена лабораторной диагностике ВИЧ, лабораторной диагностике COVID-19. И первым докладчиком я хотела бы объявить Марину Ридовну Бобкову, доктора биологических наук, главного ведущего сотрудника Института вирусологии. Марина Ридовна, добрый день. Здравствуйте, рад вас слышать. Да, Марина Ридовна, ваш доклад будет посвящен проведению совместных масштабных исследований, интеграции баз данных в европейские базы данных. И поскольку наш центр тоже принимал участие в этих исследованиях, нам будет очень интересно послушать, я думаю, не только нам, но и всем нашим коллегам. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И прежде всего, я должна поблагодарить за приглашение участвовать в этом интереснейшем мероприятии. Я вот уже второй день слушаю доклады и получаю большое удовольствие от того, что так много в них вложено и информации, и личных эмоций, и такого очень позитивного отношения. Так что спасибо большое всем докладчикам. Я вам сегодня расскажу о том, как мы выполняем международный проект, который проходит у нас уже вот второй год, и, собственно говоря, на следующей неделе заканчивается. Ну, немножко истории. Несколько лет назад, а точнее сказать, 10 лет назад, в Европе была объявлена так называемая 7-я рамочная программа, и в соответствии, значит, с ее условиями был объявлен конкурс, в котором могла принять участие и Россия. Таким образом, мы попали в свой большой первый европейский международный проект, который назывался «Чейн», и был посвящен лекарственной устойчивости ВИЧ, практически только одной этой теме. Он продолжался у нас 5 лет, завершился весьма успешно, но после этого 7-я рамочная программа закрылась, и была объявлена новая программа, о которой многие, наверное, знают, она называлась «Горизонт 2020». В первые годы конкурсов по медицине там не было, и мы не принимали участие, но вот в 2018 году оказалось, что остались какие-то средства, которые позволяют объявить дополнительный конкурс, посвященный как раз той проблеме, которая нас особенно интересовала, а именно проблеме социально значимых инфекций. Там могли фигурировать исследования по гепатиту С, ВИЧ-инфекции и туберкулезу. И наши бывшие коллеги по Европе, которые, в общем, видимо, были довольны тем, как мы с ними прежде работали, пригласили нас принять участие в этом конкурсе. Вот с этого все и началось. В результате в 2018 году мы подали заявку, которая, как вы видите, называлась со стороны Европы и со стороны России немножко по-разному. Параллельно было подано две заявки. Наши коллеги подавали ее в Евросоюз, а мы подавали в Министерство науки, которое объявило, собственно говоря, этот конкурс. Вот с такими названиями эти заявки там были зарегистрированы, мы стали ждать результат. Принцип оценки заключался в следующем. Параллельно проводилось две экспертизы. Одна в Европе оценивала заявку наших европейских коллег, в России оценивали заявки тех, кто подал документы на конкурс. Их, если я не ошибаюсь, было 17. Подведение итогов было довольно сложным, потому что результаты обеих экспертиз, по идее, должны были совпасть. Поддержка могла быть только двусторонней, поддерживали только те проекты, которые получили поддержку с обеих сторон. Пришлось подождать окончательного решения, но в нашем случае, слава богу, все совпало, и наши коллеги в Европе, и мы заняли первое место в этом конкурсе, и поэтому в конце 2018 года было подписано соглашение с Министерством науки. Ну вот, что было потом, я вам сейчас расскажу. Итак, чему посвящен проект? Основные цели проекта, собственно говоря, заключались в том, чтобы объединить имеющиеся данные, те, которые имелись у наших европейских коллег, с теми данными, которые были получены в России, собрать большие коллекции биологического материала для того, чтобы в дальнейшем, объединив эти данные и коллекции, продолжать их экспериментальное изучение и сделать большое количество выводов. Несколько направлений было у этого проекта. Значит, часть работы была связана с изучением туберкулеза. Так, в нашем проекте оказалось несколько соисполнителей, которые занимались туберкулезом в Архангельском медицинском университете, Петербургском университете и НИИ фтизиопульмонологии тоже из Петербурга. Этих людей мы не знали до того, как проект был объявлен, но тем не менее вот мы в ходе этой совместной работы очень хорошо взаимодействуем. Что касается ВИЧ,
и гепатита, то тут мы пригласили в проект тех людей, с которыми раньше успешно работали. Это Московский областной центр СПИД, Краснодарский центр СПИД и центр СПИД Владивостока. Главная организация был центр имени Гамалеи, эпидемиологии и микробиологии. Вот так все это начиналось. Значит, основные направления исследований и разработок, как вам видно на экране, это было, во-первых, работы по диагностике, улучшению диагностики туберкулеза, которая была направлена на работу, прежде всего, с множественно-лекарственными формами туберкулеза. Об этой проблеме я вам не буду рассказывать, вы сами много знаете об этом. Новые методы диагностики, конечно, нужны, и методы интерпретации анализа множественно-лекарственной устойчивости, это тоже очень актуально. Новые методы, собственно, диагностики как легочных, так и внелегочных форм туберкулеза тоже находятся в разработке. Что касается ВИЧ-инфекции, то тут основные направления были сосредоточены на изучении молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции, что, в общем, для нас было привычно и знакомо, лекарственной устойчивости ВИЧ, а также оценки эффективности новых препаратов, прежде всего, ингибиторов интегразы и возможности возникновение мутации лекарственной устойчивости на фоне их применения и побочных эффектов. Вот то, что касалось лекарственной устойчивости. Основной задачей наших коллег заключалась написание стратегического плана по мониторингу лекарственной устойчивости ВИЧ. Разумеется, без нашей помощи это было сделать нельзя. Что касается гепатита, там речь шла о сборе данных, касающихся возможного эффекта препаратов прямого действия для лечения гепатита С. Пока у нас еще, к сожалению, охват этим видом лечения в стране не очень большой, хотя результаты, в общем, очень обнадеживают. И хотелось бы, чтобы те результаты, которые получены у нас, тоже, в общем, были, пополнили коллекцию данных, которые ранее в течение многих лет в Европе были собраны. Ну и, наконец, последнее направление заключалось в том, что все полученные данные в этом проекте получили такое распространение, были доведены до сведения медицинской общественности. Для этого были разработаны сайты, которые я вам потом покажу. Ну вот на данном слайде видно, что у нас очень представительный был консорциум европейских партнеров. Тут главная организация – это Центр передовых исследований в Копенгагене. Известная многим сеть EURESIST, которая много лет собирает базы данных генотипов ВИЧ в ассоциации с клиническими данными пациентов. И, в общем, на этой базе много лет работал инструмент, который позволял подбирать, оптимизировать схемы терапии с учетом генома вируса. Вот очень хорошо, что эта организация принимала в этом участие, потому что мы уже давно с ней взаимодействуем. И были очень рады, что они выступили в роли основных организаторов этого конкурса и продолжения работы. Значит, работает с нами Каролинский институт Швеции, две организации в Германии, как вы видите. И очень важно было привлечение коллег из Восточной Европы. Так в нашем проекте оказалась Украина, Грузия, Литва и Молдова. Вот такой был состав со стороны Европы. Значит, в нашем проекте, как я уже сказала, участвовали три организации, которые занимались туберкулезом, две из Петербурга, одна из Архангельска. Центр Гамалеи всех координировал, и три центра СПИД приняли участие. В общем, это были люди, как я уже сказала, на которых мы особенно полагались. Основные задачи проекта. Ну вот они тут на слайде всем видны. Понятно, что надо, так сказать, улучшить лечение, надо повысить качество и так далее, содействовать решению в борьбе. Но вот и обратить внимание на третий пункт. Расширить существующие и создавать новые базы данных, содержащие структурированные клинические лабораторные данные. Вот это то, чего нам всегда не хватало. То есть новые базы данных создавались по образцу европейских, содержащих большое количество данных, хорошо структурированные и хорошо поддающихся анализу. Кроме того, конечно, надо было собрать новые коллекции биологических образцов. Биологические образцы мы собирали как от больных туберкулезом, так и от пациентов ВИЧ-инфицированных и ко-инфицированных ВИЧ-гепатит-туберкулез. Вот это, в общем-то, была основная задача проекта. Ну и, конечно, долгосрочная цель проекта заключалась в том, чтобы создать такую инфраструктуру, которая могла бы работать в будущем, долго объединять полученные данных, анализировать и совместные результаты. Значит, целью проекта было, как я уже сказала, формирование экспериментальной базы для дальнейших исследований. Основная цель была создать такую
структуру, которая могла бы работать в дальнейшем. Ну, вот некоторые результаты, которые нам удалось получить в течение первого года проекта. Наши коллеги в Архангельске разрабатывают совместно с Имперским колледжем в Лондоне метод анализа туберкулеза в образцах мочи. Это, в общем, очень, как мы понимаем, прогрессивно, потому что анализ крови и мазков не всегда дает однозначный результат. Получить результаты. На данном этапе проведены предварительные исследования с помощью метаболического профайлинга, так называемый, это масс-спектрометрический подход. И вот первые результаты уже получены. Посмотрите, на данном слайде представлены результаты сравнения. Значит, на первом этапе отбирают большое количество переменных, потом из них выбирают наиболее значимые, и вот по этим значимым переменным сравнивают между собой, смотрите, группы пациентов. Вот в левой части там здоровые пациенты и туберкулез, синенькие кружочки, а справа, соответственно, туберкулез и пиелонефрит, то есть другие совершенно пациенты. Разница уже видна достаточно отчетливо, хотя, конечно, пока еще имеется некоторое пересечение этих кружочков, но так всегда бывает, когда начинают разрабатывать какой-то диагностический метод, по мере повышения его специфичности, конечно, мы увидим достаточно четкую картину, поэтому, в общем, с этим результатом наших коллег уже можно поздравить. Значит, те, кто работает в Петербурге, в Петербургском университете и не в тюзель-пульмонологии, они сосредоточились на изучении мультирезистентных форм туберкулеза. Вот тут на экране отброшен хорошо многим известным сайт, который называется «Генотуфена». На этом сайте проводится анализ генотипов, вирусы иммунодефицита человека, вируса гепатита С, тропизма вируса иммунодефицита человека. Я специально обращаю на него сейчас внимание, потому что в продолжении многих лет мы пропагандировали так называемый инструмент для анализа мутаций и оптимизации режимов терапии, который назывался «Эурезист». Многие о нем знают, но, к сожалению, он сейчас закрылся, потому что недостаток финансирования испытывает. По этой причине все данные теперь объединены были с генотуфена. И теперь генотуфена представляет, помимо того, что мы могли получить в «Эурезист», еще дополнительную возможность так называемого виртуального фенотипирования. Это очень важно, и к этому вопросу можно будет вернуться в другом докладе. А здесь я хотела бы обратить ваше внимание на то, что теперь на генотуфена появится еще анализ резистентности туберкулеза. Уже алгоритм разработан, и вот благодаря этому алгоритму можно будет оптимизировать схему лечения туберкулеза. Что касается ВИЧ-инфекции, вот на этом слайде, смотрите, изображен порядок, которому мы должны были исследовать, собирая образцы биологического материала и образцы, и собирать данные на пациентов. Дело в том, что там нужно было не только биологический материал собирать и систематизировать, но и проводить анализ генотипа вируса в этих образцах и собирать обязательно клинические и прочие данные о пациентах, там демография, эпидемиология, клинико-лабораторные показатели. Все это очень важно для последующего анализа. Ну, надо сказать, из этого графика мы выбились прямо в самом начале, потому что уже в начале этого проекта мы столкнулись с определенными сложностями. Надо сказать, что он у нас, по сути дела, получил финансирование только в середине 2019 года, а до этого момента, несмотря на результаты экспертизы и результаты подведения итогов конкурса, в общем, мы испытывали довольно большое противодействие со стороны Минздрава, который не хотел проект поддерживать. Ну и когда этот вопрос все-таки уладился в нашу пользу, мы начали собирать биологический материал, и достаточно большой объем должен был быть собран. Конечно, трудностей было при этом немало. Ну, во-первых, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что финансирование было совершенно неравноправное. Со стороны Европы наши коллеги получили 5 раз больше финансов, в общем-то, на выполнение тех же самых задач, но не это главное. А главное то, что вот организация самого процесса финансирования вот этой поддержки была, конечно, совершенно, ну, не заслуживает ни одного доброго слова. Как я уже сказала, в течение первого года нам удалось работать, имея материальную поддержку, в течение 6 месяцев. Второй этап, который начался в 2020 году, до сих пор продолжается, он закончится, как я сказала, на следующей неделе, вообще поддержки финансовой не получил. Это, конечно, сильно, очень сильно затрудило нашу работу.
Тем более, что большинство материалов, которые нам понадобятся для работы, для экспериментальной работы и расходные материалы для сбора образцов, все это были материалы импортного происхождения. А для того, чтобы в России купить что-то импортное, надо долго ждать. Поэтому, конечно, ситуация сложная. И выручило нас только одно, это я говорю для тех, кто будет подавать проекты в Министерство науки. У нас был параллельно другой грант, из которого мы могли как-то компенсировать вот необходимые закупки. Очень сложной оказалась отчетность перед Министерством науки. Значит, отчетность в Евросоюзе, которую мы параллельно ведем, в общем-то, несложная, заключается она в заполнении определенных форм раз приблизительно в полгода. Перед Министерством науки надо было отчитываться ежеквартально, независимо от финансирования. И, конечно, сами способы отчетности и способ оценки отчетов, они, в общем-то, оставляют желать много лучшего. Ну, во-первых, огромное количество документов. Я загрузила в систему 144 документа по ходу, значит, переписки с Министерством науки и подготовки отчета. Но дело даже не в количестве, а в качестве самой оценки. Дело в том, что экспертиза из Министерства науки, она проводится несколькими подразделениями Министерства науки. Там есть и, собственно, международный отдел, и дирекция научно-технических программ, и внешняя мониторинговая организация. Значит, ни в одной из этих комиссий нет специалистов не только по инфекционным заболеваниям, но и по медицине. Основным нашим монитором выступил специалист, например, по физиологии растений. И вникать ему в наши медицинские проблемы было некогда, тем больше он параллельно вел еще несколько проектов по физике, поэтому, вот сами понимаете, специфичность экспертизы была очень низкая. В большой степени, наверное, это затруднило такую длительность отчетного периода. Ну, кроме того, были еще и внутренние трудности, потому что мы не имели опыта заключения договора со исполнителями, это заняло кучу времени. Проблему составляет еще и возможность закупки оборудования. Дело в том, что формально закупить оборудование по гранту можно, а фактически нельзя, потому что для того, чтобы создавать закупку чего-либо стоимостью больше 100 тысяч рублей, нужно написать столько обоснований и документов, что, в общем, никакого времени не хватит. Ну, тут на нашу голову свалилась еще эпидемия COVID, которая очень серьезно затруднила сбор материала, потому что, конечно, в это время и пациенты приходили гораздо реже в центры СПИД, и брать у них материал было трудно. И многие специалисты центров СПИД были загружены, известно, что лаборатории занимались в основном тестированием ковида. Конечно, пришлось притормозить в этот момент, поэтому нам в этом отношении тоже немножко не повезло. И на что я еще хотела бы обратить ваше внимание, тут у меня в конце записан пункт. Дело в том, что вот такой короткий проект, такая большая загруженность, такое большое количество задач, они требовали очень быстрого реагирования, быстрого взаимодействия между головной организацией и соисполнителями, быстрых вопросов, быстрых ответов. Все это мы пытались устроить с помощью email-переписки и натолкнулись на нашу общероссийскую проблему, о которой, безусловно, все вы до одного знаете. У нас не принято отвечать на электронные письма. У нас все эти ответы совершаются с задержкой, поэтому, когда мне нужно было получить какую-то срочную информацию, а это нужно было практически каждую неделю, мне приходилось садиться за телефон и, потратив большое количество времени, всех просить прочитать электронную почту. Значит, я вот это рассказываю для того, чтобы те, кто окажется в подобной ситуации, договаривались, что называется, на берегу. Это очень важно. Очень важно общаться систематически, эффективно, потому что это ускоряет работу, облегчает ее и решает очень многие проблемы, которые, в общем-то, в другой ситуации не удастся избежать. Ну вот, несмотря на все вот эти трудности, а тут они, наверное, еще не все перечислены, нам все равно удалось набрать пациентов. Посмотрите, вот это, так сказать, результаты, которые у нас были в августе. Сейчас еще чуть-чуть больше собрали пациентов. И, в общем-то, мы собрали почти всю коллекцию того, что должны были собрать. И Москва, и Краснодар, и Владивосток у нас очень хорошо отработали. Теперь перед нами стоит задача вот завершить эти исследования. Значит, исследование генома человека у нас там задуманы. Я думаю, что это очень интересная тема. Многих заинтересует, как связать между собой генетику человека и особенности течения ВИЧ-инфекции. Особенности течения, естественно, побочные инфекты, отсроченные осложнения. Все это очень хотелось бы предсказывать, изучая геном человека. И вот сейчас такая возможность представляется. Мы свой материал, свои данные предоставим большую-большую европейскую коллекцию. Есть такая программа, которая называется Евросида. Вот с помощью
значит, этой Евросиды мы получили доступ к системе, которая предназначена для ввода клинических данных. Она называется REDCap и используется уже практически всеми большими исследованиями в Европе масштабными. Заключается она в том, что, войдя на этот сайт, можно ввести все клинические, лабораторные, демографические, эпидемиологические данные пациентов онлайн. То есть эта система собирает данные пациентов онлайн. Она структурирована, она формализована, и поэтому вводить эти данные гораздо проще, чем делать это так, как мы, в общем, привыкли это делать, забивая все в таблицу Excel. Тем более, что вот в таком варианте данные никогда не теряются, и это тоже очень важно. Поэтому наши врачи поехали на специальный тренинг, обучились тому, как это делать, и, в общем, успешно эти данные ввели. Надо сказать, что наши европейские коллеги специально отметили, что качество вводимых нами данных очень высокое. У нас не только эти образцы принимают участие в исследовании. У нас в исследовании это пойдут еще также образцы, которые мы собирали в предыдущие годы. Те врачи, которые не принимают участие в нынешнем исследовании, конечно, доступа к REDCap не получили. И тут нам пришлось решиться на такой, в общем, достаточно серьезный шаг, как создание российской аналогичной онлайн-платформы. И вот на ее создание, в общем, ушло довольно много времени, и сейчас она существует. Обратите внимание, она называется HeoGen.org и имеет практически такую же структуру, как REDCap. Там собираются все те же самые показатели пациентов, она работает, в общем-то, достаточно удобно, она уже апробирована. Эта система уже пользуется некоторые наши коллабораторы в городах России, и она будет доступна в будущие годы. То есть, в общем, если у кого-то возникнет интерес к использованию такого инструмента, он практически для чего угодно может быть использован, не только для сбора данных об инфекционных заболеваниях, но и любых других. Обращайтесь, пожалуйста, мы вам поможем. Ну, какие у нас достижения основные? Конечно, мы получили очень большой опыт работы в международных проектах, как позитивный, так и негативный. Важно то, что мы разработали совместные протоколы, все протоколы исследований объединены, и мы теперь работаем по таким же протоколам и разработали такие же стандартные экспериментальные процедуры исследования, как и в Европе. Это очень важно для будущей работы. Конечно, мы увеличили свои коллекции, собрано около 2500 образцов. Очень важно то, что мы передали данные в EURESIST, генноту фена и вот Евросиду, исследования по генетике, потому что мы, в общем-то, давно хотели это сделать, но вот, наконец, нашли повод эти данные объединить. И теперь, конечно, наши системы для генотипирования вируса, они существенно обогащены тем вирусом, который циркулирует в нашей стране. Это важно. Ну, то, что внедряются новые методы, это как бы было задумано, полногеномное секвенирование. Оно еще должно найти, конечно, свое место в клинической практике, но экспериментально мы уже можем им пользоваться. Ну, что еще является предметом нашей гордости, это то, что мы послали, впервые в жизни имели возможность за средства гранта послать молодых специалистов обучаться вот в Сиенский университет в Италии. Тут они в центре фотографии находятся, наши молодые специалисты, обратите внимание. Один из важных пунктов была разработка вот этого стратегического плана мониторинга лекарственной устойчивости, о котором мы особо беспокоимся. Дело в том, что до сих пор мы очень много говорим о лекарственной устойчивости, но никакого плана общероссийского у нас нет. Да и мониторинг, в общем, тоже носит чисто случайный характер. Конечно, нужна стратегия. Такой план мы разработали и представили его даже Минздрав, но пока никакого отклика оттуда не получили. Ну, из достижений можно отметить значительное количество опубликованных статей. У нас уже 4 опубликованы, 2 вот-вот выйдут, 2 находятся в печати. Еще по туберкулезу будут статьи. По этому пункту мы все показатели перевыполнили. Какие у нас ожидания? Ну, в настоящем мы очень рады тому, что мы наладили очень тесные контакты с европейскими коллегами. Надо сказать, что мы, в общем, общались очень часто, очень много и оперативно. Поэтому, в общем, все проблемы очень быстро решалось. Мы выработали общие подходы к будущей нашей работе, и мы создали большой резерв для будущих исследований. У нас есть с чем работать на несколько лет вперед, и, конечно, мы это все будет способствовать, как тут написано, и внедрению новейших схем лечения, и разработке новых диагностических тестов, и внедрению полногеномного секвенирования. Конечно, мы очень гордимся тем, что мы разработали инструмент для сбора данных, вот этот онлайн, потому что мы сами будем им пользоваться, конечно, в течение продолжительного времени.
И очень хорошо, если нам удастся организовать долгосрочное сотрудничество, потому что смысл, конечно, был в этом. Создать задел для будущего долгосрочного сотрудничества с Европой и тем самым и повысить качество исследований в России, которое, конечно, таким образом существенно повышается, и повысить осведомленность наших специалистов и, вот, как тут написано, создать системный подход к изучению социально значимых инфекций. А для этого, конечно, понадобится какое-то более стабильное, осознанное на уровне государства финансирование исследований. К сожалению, сейчас мы похвастаться стабильным исследованием, стабильной поддержкой исследований вот, в области эпидемиологии, в общем-то, это не совсем фундаментальные исследования. Вполне себе прикладные, но, тем не менее, финансирование у нас пока еще очень слабое. Надеяться можно только на случайное получение грантов, в то время как нам кажется, должна быть систематическая государственная поддержка. Ну вот еще я хотела вам показать. У нас создано два веб-сайта. Один создан в Европе, вот с таким вот адресом, а тут на фотографии все участники, представители всех организаций, соисполнителей, в январе прошлого года. Надо сказать, вдохновителем этого проекта был очень многим известный ученый Андреа де Люка. К сожалению, его нет на этой фотографии, а через неделю после того, как фотография была сделана его, к сожалению, не стало. Мы все помним его и очень благодарны за то, что он инициировал этот проект. Ну, параллельно был создан сайт на Gamaleya.org на нашем сайте Института вирусологии. Здесь тоже можно посмотреть информацию, которая касается этого проекта и его результатов. Вот приблизительно так у нас идет этот проект. Много сложностей. Мы готовы поделиться всем, что знаем, со всеми теми, кто окажется в такой же ситуации. Пожалуйста, обращайтесь. А вот на своем последнем слайде я выражаю благодарность. Во-первых, Евросоюзу за то, что нас позвали к такой интересной работе. Конечно, она нас очень серьезно обогатила, и мы познакомились с огромным количеством интересных, содержательных людей. Министерству науки и высшего образования за то, что они все-таки поддержали этот проект. Минздраву за определенное внимание к проблемам социально значимых инфекций. Всем нашим коллегам и в Европе, и в России, которые работают с нами и которые, надеюсь, работать будут. А на этом я заканчиваю. Спасибо, дорогие коллеги, за ваше внимание. Спасибо большое, Марина Ридовна. Мы тоже принимали в этом исследовании участие. Все, это был наш первый опыт. Не все прошло гладко, но я надеюсь, что мы учтем все ошибки наши, недочеты. Но да, я хотела спросить, Марина Ридовна, мы знаем, что вышла новая ваша книга, посвященная латентности ВИЧ-инфекции. И, пользуясь случаем, может быть, вы расскажете нашим коллегам пару слов, о чем эта книжка и как можно будет... Спасибо большое. Дело в том, что книжка не совсем по теме проекта. Это книжка посвящена скорее нашему с вами будущему. Дело в том, что тема излечения ВИЧ-инфекции, так называемой эрадикации ВИЧ-инфекции, иногда говорят о функциональном излечении, немножко не одно и то же, сейчас очень много обсуждается в научной литературе, практически на всех международных и научных конференциях, на российских тоже эта тема звучит. Конечно, крайне интересно понять, можно ли вылечить ВИЧ-инфекцию, но совсем, и как это сделать. Вот про это, собственно говоря, будет книжка. Она написана так достаточно, я бы сказала, фундаментально, там рассматриваются вопросы. Пропали. Резервной нам предстоит. Так что спасибо вам за такую рекламу. Я надеюсь, что книжка выйдет где-нибудь в октябре-ноябре, и все заинтересованные в приобретении этой книги люди могут обращаться непосредственно ко мне. Она выйдет в издательстве «Человек» в Москве. Есть такое. Да, ну мы видели примеры, уже есть два пациента, официально считающиеся вылеченными от ВИЧ-инфекции. Это английский пациент, да, и немецкий пациент, поэтому, может быть, это будущее не так далеко, как нам кажется сейчас. Спасибо большое, Марина Ридовна, за ваш прекрасный доклад и за ваши прекрасные книжки.